Мальчишки и девчонки в радостном волнении. Сегодня их ждет не просто встреча с артистами, а с давними добрыми друзьями. Постановки, такие как «Снежная королева», как «Принцесса» и «Солдат», пользуются очень большой популярностью у наших подопечных. А это Ассоциация многодетных семей Республики Беларусь. Бегомольская вспомогательная школа для детей с особенностями психофизического развития. Это Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам. Детские дома, интернаты города Минска. Армейский драмтеатр ставит оригинальные спектакли. Даже если их герои известны и узнаваемы, это всегда сюрприз. Они искренне верят в волшебного персонажа, когда солдат олицетворение добра и любви. Он побеждает зло. Говорить с детьми на понятном им языке непросто, но у артистов есть волшебный ключик, который открывает сердца маленьких зрителей. Мне кажется, артисты все в душе дети, поэтому это просто все вдруг из тебя уходит, и ты просто сам ребенок. Есть обычная жизнь, там, где нужно принимать какие-то решения, где-то нужно быть взрослым, где-то очень взрослым, то в детских спектаклях можно полностью расслабиться, раствориться и стать ребенком. Дружба военных с малышами из детских домов намного крепче, чем отдельные благотворительные спектакли. И зачастую эти добрые инициативы исходят от самих артистов. Сейчас они к нам приехали, и мы тоже один раз выезжали, «Принцесса и солдат». Они настолько были рады видеть, трогать нас, смотреть даже после спектакля. Планируем поехать еще раз к деткам, в частности, в Бегомольский детский дом, провести программу, мероприятия, конкурсы «Сладкий стол». Жизнь малышей, лишенных родительской любви, вряд ли напоминает сказку. Но у них есть друзья, которые могут и хотят создать ее, чтобы подарить от всего сердца. Хоть на день, хоть на час. И это дорогого стоит. Солдаты защищают. Ну что, ребята, отпустим их? Елена Давыдова, Роман Пастернак, телекомпания ВНТВ. Специально для программы «Наше утро».